В ванной Криштиану Рональдо и Ирины Шейк шампуни для волос осталось на одного человека. Вопрос. Чем заняться Ирине Шейк дома, так как с немытой головой особо никуда не сходишь? Первая отреагировала Катя и Василий. Пожалуйста, Василий, отвечайте. Ну, я предложил бы гнать Рональду и оставаться мне вдвоем. Я же тоже там с ними. Вот удивительное дело. Причем там шампунь. Вот удивительное дело. Отвечает Василий, а краснеет Алексей. Вот обратите внимание на этот тонкий момент. Он потом скажет, что это он был. Вы будете удивлены, друзья. Ну, это правильный ответ. Одно очко вам, пожалуйста.